Здорово, это обзор от Mopork, я Трэш, и сегодня мы рассмотрим игру под названием Hero Legend. Это аркадный слэшер, практически во всем копирующий все, что только возможно, и даже не скрывающий этого. Графически и по геймплею игра как две капли воды, похожа на знаменитую League of Sigmen. А что касается героев, то тут не обошлось без Доты и Лиги Легенд, даже имена никто не менял, дабы не вводить игроков в заблуждение. На твой выбор будут предоставлены пока 5 героев. Это Вуконг, По, Ахри, Король Лич и Виндранер. Опробовать ты сможешь всех, а вот играть придется поначалу за Ву, так как остальных героев нужно разблокировать за заработанные кристаллы. У каждого героя, как и принято в мобах, в основном по 4 способности. Каждая уникальна, красочна и служит для определенной ситуации. Также есть 2 кнопки передвижения, стандартный удар и прыжок, для уничтожения летающих тварей и преодоления препятствий. Гляди, ты будешь открывать по 5 уровней, после прохождения которых ты сразишься с боссами и перейдешь на следующую локацию. За уничтожение противников ты, конечно же, будешь получать монеты и новый лут, который ты сможешь апгрейдить за те же монеты. Помимо прочего, за деньги можно открывать сундуки с особым лутом и постепенно прокачивать каждую способность. В общем, такой себе неплохой, если можно так выразиться, моба-аркадный слэшер, в котором можно убить часок-другой в свое удовольствие. Анимация приятна, управление удобно, а геймплей ты и сам видишь ненавязчив. Так что выбор за тобой, призыватель. А на сегодня это все. Ставь лайк, качай игры с сайта бесплатно и не пропускай предыдущие видео. И до завтра!